Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало новый уголовный процесс против экс-мэра Риги, евродепутата Нила Ушакова. Уголовное дело связано с предоставлением бесплатного проезда в общественном транспорте столицы пенсионерам, школьникам, инвалидам третьей группы, а также детям-инвалидам. Дело инициировало нынешнее руководство Рижской думы мэр Мартин Штакис и вице-мэр Вилнис Кирсис из-за ущерба, причиненного бюджету города.